Хоккейный клуб «Кварц» – единственная команда, которая смогла обыграть «Саров-Инвест» в регулярном турнире. Но если тогда поражение привело лишь к потере очков, то в серии плей-офф оно может грозить вылетом из турнира. Поэтому в этот раз к игре против спортсменов сбора саровчане подошли с особой ответственностью. Решающая игра осталась. Нам одержать буквально 4 победы, чтобы занять первое место. То есть сейчас простых игр не будет. Последнюю игру, которую мы провели у них на выезде, последнюю игру регулярного чемпионата, мы им проиграли там. То есть настрой был запредельный, то есть команда была мотивирована, чтобы здесь взять реванш за поражение там. И реванш был взят со счетом 8-1. Уже с первых минут игры наши спортсмены активно атаковали ворота соперников и забили в первом периоде 3 шайбы. Во втором зеленый свет за воротами борских спортсменов загорелся еще дважды. Саровские хоккеисты в очередной раз показали слаженную и командную игру. Спас хорошо играет. Комбинации так разыгрывают, раскаты. И поворота много бросает. Все нравится. Голы есть. Атаки хорошие. Посильнее команду надо, чтобы с нашими встретиться. Соперники такие средние, конечно. Я бы сказал, что сильнее. Может быть, не полный состав они привезли. Но наши играют в свою силу, то есть даже я слабо. Не на 100%. Хоккейный клуб «Кварц» не сдавался и после второго перерыва вышел на лед с боевым настроем. На первых минутах третьего периода развернулась нешуточная борьба, и гости смогли отправить в ворота саровчан ответную шайбу. Правда, после получили в свои еще 3. В первую очередь нам силенок не хватило. Вот. У вас команда хорошая, быстрая, ребят бегут. Вот. Нам, конечно, чуть-чуть не получилось борьбу им навязать. Но ладно, будем стараться. Это первая игра только, 0-1 только в серии. Дальше посмотрим. Уже в эту субботу, 24 марта, хоккейный клуб «Саров-Инвест» проведет ответный матч на выезде. В случае победы наши спортсмены выйдут в финал. Если победит «Кварц», клубам вновь предстоит скрестить клюшки в дополнительном матче 25 марта. Ирина Вышегородцева, Владимир Есенников, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».